Юлия Барановская рассказала челябинкам трогательные истории о женщинах Донбасса. Известная телеведущая представила в Челябинске свой социальный проект. Это 30 историй о тех, кто потерял семьи или остался без мужа. Мой самый главный посыл в том, что женщина может все. Вот это, наверное, самый главный посыл, потому что в женщине откуда-то, несмотря на обстоятельства, берутся невероятные внутренние ресурсы. В столице региона проходит форум «Стальное кружево Урала». Спикеры из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга рассказывают о роли женщины в формировании стабильного будущего. Два дня представители сферы бизнеса, образования и культуры на площадках форума будут вести дискуссии, говорить об экономике, политике, благотворительности и психологии и о том, как находить выход из кризисных ситуаций. Женщины должны объединяться и, в общем, помогать друг другу и решать в том числе те вопросы, которые ставят перед нами определенные ситуации. При этом форум не только информативный. Участники могут посмотреть на модное дефиле, а завершится мероприятие выступлением поэтессы Ирины Астаховой.